Ленинское отделение Всероссийского общественного движения «Отцы России» впервые собралось в декабре прошлого года. Организация только набирает темпы, но уже громко заявила о своем существовании, что не может не радовать жителей округа. Ведь здесь поднимаются насущные темы семьи, воспитания детей, одиноких родителей. Решили провести единым днем, собрать информацию, проблематику по вопросам отцовства, отцов-одиночек. И вот по всей России сейчас проводятся такие встречи, чтобы выявить какие-то яркие насущные проблемы, где-то, если они частные проблемы, постараться помочь решить конкретному человеку, а если они носят системный характер, то, соответственно, вынести их уже на обсуждение в Думу. В Ленинском округе единый день приема проходил в офисе партии «Единая Россия». Заранее заявки на участие подали 3 человека. Многодетный отец Николай Феоктистов лично явиться на встречу не смог, но связался с представителями движения по телефону. На днях он потерял жену. Женщина умерла при родах. Муж остался с 3 детьми. Один из них совсем младенец. Это девочка, которой 6 месяцев. Она сейчас находится в городе Балашиха. Вот. И мы сейчас ведем переговоры на тему того, как только будет возможно, чтобы этого ребенка переместить в наш перинатальный центр. Вот, для того, чтобы папе было бы удобнее заниматься вопросами новорожденной. Естественно, будем связываться с отцом, непосредственно разговаривать на тему необходимой помощи именно сейчас, потому что понимаем, в какую сложную жизненную ситуацию он попал. И в любом случае не оставим без внимания и будем всячески помогать. Александр Синица, больше известный как клоун Алекс, его еще часто называют папой всех местных ребятишек, обратился к представителям общественной организации с просьбой о помощи в реализации проекта по развитию досуговых центров в новых микрорайонах муниципалитета. В новых микрорайонах практически нету мест, где дети могли бы проводить занятия досуговые, да, внешкольные. Вот. И сегодня мы этот вопрос сформулировали и попробуем найти точное решение, ну, по крайней мере, по нашему району, где возможно найти помещение, да, или готовые, или свободные для размещения кружков, секций и так далее. На этом деятельность отцов Ленинского округа не заканчивается. Сейчас идет работа над созданием таких советов при каждом среднем образовательном учреждении. Председатель движения Дмитрий Березин приглашает активных пап-школьников вступить в ряды. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.